Всем привет, друзья! Природа в этом году преподносит нам постоянные сюрпризы с погодой. То оттепель, то морозец, то снег, а то и розы цветут. А сегодня ночью выпал снег, и пока он не растаял, я выбрался на прогулку. Собираюсь пойти на балкон. Это такая смотровая природная площадка, откуда открываются красивые виды на лесные массивы. Зимой я там еще не был, поэтому будет интересно посмотреть, что там происходит, когда в горах и в лесах лежит снег. Отправляемся в путь. Заснеженная дорога в лесу. По обочине течет небольшой ручеек. Снег пока не тает. Идти скользко. Постоянно проваливаешься. Небольшой лед. Видно, еще есть и другие ручейки. Ну ничего, у меня есть палка. Идем дальше. Дорога постоянно проходит через ручьи. Но здесь есть мостики, поэтому пока что переходить не составляет никаких проблем. Эти следы сопровождают меня всю дорогу. По краешку кто-то идет. А здесь следы повернули и пошли в лес. Ну, а мы идем дальше по дороге, теперь уже в одиночестве, никто меня больше не сопровождает. Девственный, чистый, нехоженный снег вокруг. Где-то здесь уже должен быть поворот в сторону балкона, наверное, вот эта дорога направо. Попробуем пройти по ней, потому что, судя по карте, я уже нахожусь где-то на траверзе балкона. Так что поднимаюсь вверх по дороге. Впереди вижу ручеек, надо будет его как-то перескочить. И дальше идет дорога в лес. Дорога впереди завалена. Буду как-то обходить вокруг. Ну да, много, несколько деревьев повалено, не пройдешь. Ну что ж, не впервой обходить завалы. Зимой надо поосторожнее, конечно. Ничего не видно, что творится под снегом. Ничего. Аккуратненько пролезу. Куда-то я забрел, направление не видно. Вокруг заросли. Идти трудно. Вот, пробираюсь куда-то в надежде выйти на дорогу или на тропу. До балкона метров 400. Но пока знаю только направление, куда идти. Буду идти, где есть возможность обходить мелкие заросли.
найду какую-то тропинку. В общем, буду пытаться выходить. Буду идти и куда-то выйду. Вот. Так немножко, не могу сказать, что заблудился, но потерял тропу, так скажем. Направление известно, карта есть. Если что, можно определиться на телефоне. Пока нет необходимости, буду идти дальше. Выбрался из леса. Уже, похоже, поднялся на хребет, но видимость вокруг плохая, туман, ничего не видно. Не знаю, какой вид будет с балкона. Правда, до него нужно еще дойти. Но думаю, осталось уже немного, буду идти по хребту и увижу, где-то справа должен быть балкон, еще 300 метров. Остановился послушать. Но в лесу тишина сегодня. Ни птиц не слышно, ни какого шума, ни ветра, ни движения. Только где-то вдалеке немного шумит ручей. И то надо очень сильно прислушаться, чтобы услышать. Вот оно, где безмолвие. Белое безмолвие. Какое интересное дерево. Обломилось посередине, но не упало. Держится на честном слове. В любой момент может упасть. Так что, друзья, нужно быть очень осторожным в лесу. Идешь себе, идешь, и вдруг что-то тебе, не дай бог, падает на голову. Тропа завалена поваленными деревьями. Идти быстро не получается, тропинки не видно, но как-то иду осторожно, проверяю палкой, чтобы не провалиться куда-нибудь. С какой стороны даже и обойти. Так много деревьев поваленных вокруг. Все поменялось. Летом было как-то по-другому. Но буду обходить, наверное, слева. Никак не могу обойти этот бурелом. Он вокруг везде практически. Придется как-то перелазить через деревья.
другого пути не вижу. Хотел обойти, но не могу. Везде поваленные деревья. Как быть, не знаю. Осталось 100 метров до балкона, но реально тяжело будет пройти. Ну, буду пытаться. В общем, с большим трудом обошел этот бурелом, поваленные деревья. Потратил много времени и сил. Ну и вышел уже где-то в районе балкона. Подхожу к балкону. Где-то эта площадка должна быть уже рядом. Буду искать. Вышел на площадку, но это не тот балкон, это, так скажем, второй мини-балкончик, тоже небольшой выступ. Все, что видно впереди, ну, видимость не очень хорошая. Тут у нас шиповник, похоже, еще и шиповник. Еще одна попытка. Тут тоже есть какой-то выступ. Возможно, это и есть балкон. Очень даже похоже. Точно. Нашел. Вхожу на эту площадку. На выступ. Долгожданный балкон. Такая вот площадка. С того выступа должен был открываться красивые виды. Вон березок там. Значит. Но, к сожалению, мало что видно. Мало что видно. Туман. Красивых видов не наблюдается. Так, друзья, я добрался до балкона. Это было непросто, но сейчас немножечко отдохну. Сделаю горяченького напитка на газовой горелке и пойду дальше. Может быть, еще пойду проверю дырявый камень. Может быть, там будут виды покрасивее. Кипятится вода на газовой горелочке. Очень быстро немножечко для чая. Блин, практически закипает пару минут. Будет готово. Так что ваше здоровье. Снятина. На природе все очень вкусно. Ну что ж, я попил чая на балконе. И теперь собрался идти на дырявый камень. Такое скальное образование. Я там был летом. И у нас есть видео. Можете посмотреть. Попробую идти посмотреть, как там зимой. Идея не очень далеко должна быть. Может, полчаса ходьбы. Зимой, может быть, больше. Посмотрим. Попробую. Получится, нет. Попытка, не пытка. Время еще не позднее. Около часа дня. Такие себе довольно большие следы. Как-то стрёмно гулять одному по такому лесу, где встречаются большие непонятные тебе следы. Продолжаю идти по хребту в поисках дырявого камня. Думаю, скоро уже должен показаться. Вокруг поваленные деревья. И нужно снова как-то их обходить.
мистическое место. На самом деле. Да. Вот это отверстие в камне, в скале. И называется дырявый камень. Поближе. Красивый вид. Обхожу вокруг этой скалы, вокруг дырявого камня. С другой стороны. Прямо в дырявом камне. Практически ухожу в параллельный мир. А что, может быть, это действительно проход в другое измерение? Надо попробовать пролезть. Передаю привет в параллельный мир. Другое измерение. Всем привет, друзья. Если вы есть в параллельном мире, смотрите наш канал на YouTube. Называется Вольк Карпатский. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч в других измерениях. Так, друзья из другого измерения, я передаю вам привет. Смотрите наше видео на канале Вольк Карпатский. Подписывайтесь. Приятного вам просмотра. И до новых встреч в этом и в иных измерениях. Пока-пока.